Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. И сегодня мы поиграем в игру «Том за золотом». Ребята, сегодня мы проведем соревнование между морозным котиком Томом и кошечкой Анжелой. Давайте посмотрим, какое у нас сегодня ежедневное задание. А нам сегодня, ребята, нужно врезаться во что-нибудь в шлеме 3 раза. Ребята, и сейчас на экране вы видите победителей нашего задания. И для вас сегодня у нас тоже, ребята, есть задание. Напишите нам в комментариях, сколько раз вы увидите на экране черный квадрат. Ребята, а в сегодняшних соревнованиях победит тот участник, который самый больше раз пробежит через гавайский остров гавайского песика Хэнка. А еще, ребята, в сегодняшнем видео мы будем передавать вам приветики. Кстати, ребята, не забывайте голосовать в комментариях за своего любимого героя. И если сегодня вы голосуете за морозного котика Тома, то ставьте лайк и пишите в комментариях слово «Том». А если, ребята, вы сегодня решили отдать свой голос за кошечку Анжелу, то ставьте лайк и пишите в комментариях слово «Анжела». Ребята, кстати, а вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много интересных видео про котиков и про кошечек. И, кстати, ребята, наш морозный котик Том первым забежал на гавайский остров гавайского песика Хэнка. И здесь уже даже успел подобрать защитный шлем. Очень интересно, кто же сегодня победит? Морозный котик Том или кошечка Анжела? Ну что, ребята, а я начну передавать приветики. И первый приветик я хочу передать Аянат Назаренковой, Ане Ромашовой, Анастасии Гулюминой. Девчонки, вам огромный привет от нашего канала. Кристя Шафикова, Ильдар Кукукев, Клюева Анастасия. Ребята, вам огромный привет. Привет хочу передать Мише Рыженко, Ксюше Самойловой и приветик Лазат Кутановой. Ребята, всем-всем огромный привет от нашего канала. А у нашей Анжелы, ребята, удвоение слитков. Отлично. И посмотрите, Анжеле удалось подобрать самолетик. Вот это удача. Давайте немного полетаем. Ребята, а давайте обратим внимание на очки, которые удалось собрать нашим участникам наших соревнований. У морозного Тома уже больше 500 тысяч очков, а наша Анжелочка набрала 400 тысяч очков. А вот и воришки и нотики. И по 200 слитков удалось подобрать нашим супергероям. А вот и магнит у нашего морозного Тома. Ребята, впереди я вижу еще один самолетик. И отлично, нашей Анжеле удалось его подобрать. Так. Снова тоннель у нашего морозного котика Тома, и он на автостраде Хэнка. Кто же сегодня победит? Морозный Том или наша кошечка Анжела? Очень интересно. И снова удвоение слитков у нашей Анжелочки. Ребята, кстати, а вы уже играете в эту игру «Том за золотом»? Если да, поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких игроков.
поворотный тоннель у нашей Анжелы, и она на автостраде Хэнка. Да, ребята, что-то у нас сегодня совсем маловато тоннелей с островом гавайского пёсика Хэнка. А вот и самолетик у нашего морозного котика Тома. Кстати, ребята, а вы любите летать со своим героем на самолетике? Если да, ставьте лайк. А вот и магнит у нашей кошечки Анжелы. А вот и тоннель у нашей кошечки Анжелы. И она на набережной Анжелы. Воришка и нотик у нашего Тома и 200 слитков. Удвоение слитков у нашей Анжелы. Отлично. А вот наш морозный котик Том. В гостях у неоновой кошечки Анжелы. А наша Анжела, ребята, в гостях у Бена. Кстати, ребята, в гостях у Бена очень опасно и много препятствий. Нужно быть очень осторожными. А вот и тоннель у нашего морозного Тома, и он в гостях у Джинджи. А у нашей Анжелы снова самолетик. Ого, ребята, вы заметили, какая огромная скорость у наших героев. Мне кажется, им уже очень трудно бежать. Но они все равно стараются победить. Ребята, а вот и тоннель гавайского Хэнка у нашей кошечки Анжелы. И пока, ребята, у нас ничья. Нашему морозному котику Тому удалось забежать к гавайскому пёсику Хэнку один раз. И нашей Анжеле тоже удалось забежать в гости один раз к гавайскому Хэнку. Кто же победит, ребята? Очень интересно. Давайте смотреть. А вот и магнит у нашего Тома. Ребята, но по очкам у нас морозный Том лидирует. Да, ребята, а как же мы тогда определим победителя, если будет ничья? И снова тоннель, и это тоннель морозного котика Тома. А наша Анжелочка на автостраде Хэнка. Воришка и нотик у нашего морозного Тома и 150 слитков. Ой-ой, ребята, наш Том врезался. Давайте посмотрим его результат. 1 666 000 очков и 4500 слитков. И Анжелочка, ребята, наша тоже врезалась. И давайте посмотрим ее результат. Анжеле удалось сегодня набрать 1 570 000 очков и 4600 слитков. Ребята,
И сегодня нашим участникам удалось пробежать через тоннель гавайского песика Хэнка по одному разу. Но нам нужно определить победителя. Давайте, ребята, определим победителя, какой участник набрал самый больше очков. А в сегодняшних соревнованиях самый больше очков набрал морозный котик Том. Давайте его поздравим с победой в наших сегодняшних соревнованиях. Ребята, ну а на сегодня у нас все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписаться на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям. Всем пока-пока!